Здравия всем, вы на канале Марка и Елена Дерегетти. У нас работы продолжаются. Вот на такой штучке вывозят камни. Там внизу, за вот этой стеночкой, есть куда складывать эти камни. Такая большая корыта стоит. Возят они на данный момент вот на этом. Да, вот на этом. Вот с этой стороны покажу. Вот сюда сложили почву. И, естественно, почва здесь каменистая. Подальше вам, чтобы у вас голова не кружилась. Вот такую под фундамент они площадь освободили. Сейчас еще с другой стороны вам покажу. Сегодня очень даже тепло. 16 февраля 23 года. 12 часов уже пробило. Вот, обратите внимание, как это все происходит. Вот видите, сколько они здесь камней сложили. Там поближе. Вот так поближе. И, соответственно, вот он здесь, сегодня этот мужчина, который работает на экскаваторе, он их рубил. И я говорю: Марку, ну у меня же здесь цветы. Он говорит: Лена, ну что же ты хочешь? А у нас же стройка. Надо чем-то жертвовать. Ну, я и успокоилась, действительно, да? Надо чем-то жертвовать. Я ему говорю: может быть, вот один какой-нибудь красивый камень оставим. И, ну вот, как-то его оформим какими-то горшочками. Он говорит: не бери в голову. Не нужны они тебе, эти камни. Ну вот как-то так. Вот такая коротенькая зарисовочка. Здесь что у нас? Вот она же здесь же была, такая скарпата. Поставили вот эту стеночку, да? Мужчина нам приходил. Марк у него был на подсобном хозяйстве здесь работником. И вот они столько почвы. И вот этих больших камней вот сюда он прям вот накладывал. И потом вот почву вот так, видите, да? Что каменистая почва. Раз, два, три. Это только что мы видим. Есть здесь много камней. А вообще почва хорошая. Не могу ничего сказать. Он еще зеленые отходы здесь зарыл вместе с червями. Вот что значит, я не знаю, что такое огород и как вообще берется хорошая почва. Откуда это все? Он говорит: все, оставь. Все уже зарыто. Потому что я иду выбрасывать зеленые отходы. Смотрю, там чисто, намыто. И никаких червей нету. Мне так прям аж энергия вся ушла. Ну, я думаю, ну ладно, ну что теперь делать? Ну вот, у меня муж, видите, какой. По-быстрому все. Раз, раз, раз. И на свой ум. На свое представление о жизни. И я с ним не спорю. Почему не спорю? Потому что будешь спорить, будете ругаться. Ну вот как-то так. Вот все посложили. И сейчас они просто, люди на обеде, продолжат еще сегодня. Ну вот как-то так. А вот эту всю технику, знаете, откуда они ее? А вот сегодня, чтобы вот подойти вот к этой адской машине, вот на этой, они ставили здесь такие металлические большие, чтобы вот так проехало. Вот они, вот эти. И здесь пришлось плитку поднять. Убрать. Потому что, ну вот как-то так. Он-то хотел, чтобы они перепрыгнули через это.
А они что-то отказались, потому что неровная, неровная поверхность. Говорит, может просто перевернуться, опрокинуться. А вот Марка там, видите, ездил. Не знаю, по какой причине, но вот как-то так. На улице 16 градусов тепла у нас, друзья. Просто прелестная погода для прогулки. Вот. Так что я вам желаю здоровья, удачи, долгих лет жизни, мирного неба над головой, путешествий. Вот немножко золой малину пообсыпала. Смотрите, у нас подснежники расцвели. Вот они какие подснежники. Ну вот как-то так. Всех благ, друзья. Здоровья крепкого. Это основное. А деньги можно заработать. Всем пока. Кстати, плохо нам пишете. Какие-то нам комплименты нужны. А то что-то мне грустно без вас.